Всем хай, дорогие друзья, с вами Валерий Хаус и игра N-Space 2980. Напоминаю, что это скролл-шутер, сделан в классическом стиле 16-битных консолей и аркадных автоматов, но переделан в современной 2D-графике. Поехали! Итак, мы закончили на том, что прошли первое задание Сони. Она просила нас разбить 102 метеорита, астероида. Вот. За это она дала нам 1000 террарий. И теперь у нас 1500. Ну, давайте посмотрим, может, что там можно апгрейдить у нас. На что-то хватает. Что у нас по 1000? Щит. Мощность пушек у нас 1000. Запас энергии. Ну, в принципе, все. Давайте, наверное, мощность увеличим пушек наших, наносимый урон. Но они повышают расход энергии. Или максимум энергии, доступной для стрельбы. Блин, здесь такой выбор сложный прям. Ладно, давайте энергию сначала, а в следующий раз уже улучшим урон. Так как энергия кончается быстро. Так, скинов у нас не открылось. Ну, а нет, открылся, смотрите. Открылся, красные артефакты больше не выпадают. Вот это интересно, но, блин. Мелкие обломки кораблей. Ладно, давайте оставим Феникс. Дальше посмотрим. Итак, правая рука Слейна, вторая миссия. В этой части системы базируются основные истребители пиратов под руководством первого помощника Слейна. Задача – уничтожить истребитель помощника Слейна. Итак, по стандарту... О, дополнительная поддержка дрона. Ремонтник. Когда дрон оперативно восстанавливает повреждения корпуса. О, давайте-ка его выберем. Специальный прием, у нас всего один стиратель. Поехали. Скорострельность бы пушки увеличить, это было бы круто. Потому что вот этими вот пуколками вообще мало что сделаешь. Блин, задеваю. Ай. Сложно с этими вот штуками проходить, всякими вот этими лазерами, всякими электрическими полями, блин, мешаются. Но на то он и скролл-шутер, чтобы все мешалось. Так, прошли это место. Отлично. Давайте, выпадайте что-нибудь интересное мне из врагов. Какие-нибудь апгрейды для пушки. Ого-го-го, там дождь такой из этих, из патронов, из снарядов врагов. Так, увеличили скорость, отлично. Уклоняться хоть будет полегче немножко. Лазер. Это здорово. Блин, блинский. Низкий уровень щита. Радует то, что жизнь и щит, он постепенно регенерируется, восстанавливается. Это радует. Иначе бы здесь вообще была бы жопа. Полная задница. Галактическая задница просто. Ай-яй-яй-яй, красный. Красный. О, сколько красных.
жесть. О, можно понабирать, да, всяких апгрейдов. Вот такие штуки мне нравятся, когда в разнобой летят патроны. И хоть... Так, щит. Немножко усилили. Что такое, что это сзади? Это берется? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! А, музыкальное сопровождение в игре просто отличное. Так, пролетели. Отлично. Надо было просто сверху уничтожить эти коробки, откуда вылетает лазер. Лазерная струя. И все будет, было бы отлично. А мы полетели напрямки просто. Так, так, красный прицел. Не будем брать его. Он нам не нужен. Щит, отлично. Музыкальное сопровождение вообще круто. Круть, круть. Я тащусь. В эту игру стоит поиграть из одного. Ну не то что из одного, а из-за звукового сопровождения. Одно звуковое сопровождение чего здесь стоит? О! Мы дошли до босса, отлично. Так, 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 так. Дрон, лечи меня, лечи. Низкий уровень щита. Блин, придется долго-долго мочить вражеский корабль. Так как у нас, блин, оружие у нас вообще никакое. Просто никакое. Вот это хоть получше будет. Так, 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 так. Спецзаряд. О, у нас жизни вообще мало. Мало, мало, мало. Мало ХП. Критические повреждения. Жесть. Я не знаю, попадаю ли я по нему. У меня 50%. Блин, почему он не восстанавливается ХП? Ну. Давай, 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 давай. Больше, больше половины мы уже уничтожили. Закончились враги, которые мешают. Отлично. Теперь главное не сбиться просто. А просто стрелять. 9%. А-а-а, черт. Ну, у нас ХП немножко восстановилось, это отлично. Теперь кто кого? Есть. Отличная работа. Можно возвращаться на базу. Дополнительная награда 2000 террарий. Отлично, 2000. Теперь помимо апгрейда урона можно апгрейдить еще чем-нибудь на 1000. Что у нас? А, какой на 1000? На 2000. Давайте урон. Отлично. 2,5 у нас есть еще. Что можно сделать? Так, скорость восстановления энергии. Мощность пушек. Это мы сейчас только что сделали. Скорострельность. Сокращает интервал между выстрелами. Да. Однозначно да. Потому что такими пуколками мы далеко не пойдем. Так, скины. Скины новые открылись? Нет. Скины новые не открылись. Погнали. Дальше. Выбор миссии. Вернуть грузовик. Да, Соня говорила, что они украли грузовик. Недавно пираты захватили транспортник Сони. Нужно отбить у них это судно и сопроводить его в неподконтрольную пиратам зону. Задача – защитить грузовое судно. Миссия с защитой. Так, дрон поддержки, отлично. О, новый специальный прием. Перезагрузка. Мгновенно восстанавливает щит и запас энергии. Да, однозначно да.
Ну, хоть побыстрее немножко стали вылетать патроны. Это хорошо. Так, сопровождение судна. А, вот оно, судно под нами, да, получается? Блин, я чувствую, миссия будет сложновата. Не люблю такие миссии, где надо кого-то защищать. Вон, его уже покоцали. Здесь просто никак. Просто никак, чтобы в него не попали. Отлично. Пипец. У меня уже 60% от... От судна осталось. 60%. Жесть. Как? Как это пройти? Почему у меня так... Блин, я взял красную, что ли? Черт. Короче, жесть. Мы просрали. Не-не-не-не. Это жесть. Еще и щит пропал. Критические повреждения. Тридцать процентов. Это будет... Это жесть. Далеко ли нам еще лететь? 27%. Наполовину только пролетели пути. Блин. 23%. Жесть. 22. 21. Это, конечно, жестко. 16, 13. О, боже. Я не знаю, вот эти патроны, которые выпускают противники, мне с собой закрывать, что ли? Собирать их просто вот так. Не знаю. 1%. Жесть. Миссия не выполнена. Не, ребят, я не знаю, как здесь это пройти. Это просто жесть. Собирать просто вражеские снаряды, которые летят на этот грузовой. Или что это, грузовой или какой-то щит собрали. 24%. И мы... Нам осталось чуть-чуть добраться. Так, 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 оп. За счет своего щита, что ли, собирать вражеские снаряды. Это тоже как-то жесть. 19%. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. 17%. Давайте, чуть-чуть осталось. Давай поднажмем. Энергия у нас кончается, правда. Это плохо. Это очень плохо. 13%. Что, мы пришли? Отлично. Я так полагаю, да, да, мы прошли. Отличная работа, можно возвращаться на базу. Дополнительная награда 3000 террарий. Отлично. Отлично, у нас получилось сопроводить корабль-грузовик Sony. И у нас 4928 террарий. Можно что-то апгрейдить. Так, регенерация корпуса. Восстанавливается повреждение корпуса быстрее. Можно это. Максимальную. Набирает максимальную скорость. Давайте. Регенерацию корпуса. И энергию. Скины нет. Так, пиратские турели.
четвертая миссия. На подступках к своей станции пираты разместили большое количество турелей. Неплохо бы их уничтожить перед атакой на станцию. Задача уничтожить 25 турелей. О, давайте попробуем. Так, основное оружие у нас новое открылось. Электрический разрядник. Электрические разряды наносят большой урон, но имеют ограниченную дальность поражения. Урон высокий, расход энергии низкий, площадь поражения средняя, дальность низкая. Что, попробуем? Давайте попробуем. Так, ремонтник. Ремонтника выбираем. Перезагрузка, наверное, основной щит и запас энергии. И стиратель. Вот так. Погнали. 25 турелей надо уничтожить. Одна турель готова. Я думаю, здесь будут наваливаться сейчас со всех сторон противники. В принципе, задание-то в принципе несложное, но если будет мешать целая куча противников, и если в конце будет босс, миссия будет сложновата. Воу-воу-воу-воу, как-то наискосок они все. Воу-воу-воу, что за жесть творится? Щит спасает, хорошо. Лазер. А, скорость пропустили. Ладно. Ничего страшного. О, хпшка-то уже у нас уже немножко покоцанная, оказывается. Не, электрический разряд — это хорошо, хорошая штука, но плохо, что с близкого расстояния. Интересно, можно ли его как-нибудь прокачивать, чтобы дальность была дальше. Было прикольно. Просто полосой так кромсать всех. Так. О боже. О, черт. Ребят, уровень, конечно, жесть. Просто реально жесть. Я его пытаюсь пройти уже плюс 100-500 раз. И не знаю, смогу ли я его пройти в этой серии. Потому что это просто сверхгалактический атас, реально. Если бы я записывал летсплей полностью этой миссии, чисто этой миссии, со всеми своими смертями, вот, ушло бы, наверное, 3,5 часа где-то. Я думаю, это стоит лайка, грёбаного лайка, блин, я же не говорю о подписке, но лайк здесь поставить стоит за труды. Вот, и у нас 18 уничтожено турелей. Я не знаю, хватит нам до конца уровня или нет, и вообще дойдем ли мы до конца. Здесь этих антиусилков просто на каждом шагу они. Я вот не знаю вообще. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Жесть. 28. Отлично. Но у нас еще, блин, нам еще лететь и лететь, короче. Жесть. Таких хардкорных игр я уже давненько не играл, если честно. Просто. Ну, как бы я не разочарован, что нашел, в принципе, эту игру. Тем, кто любит погорячее, похардкорнее, я советую. Единственное, что утяжает здесь, это музыка, она не дает просто взять и бросить джойстик в монитор. Отлично, отличная работа, можно возвращаться на базу. Дополнительная награда 4000. Здорово. Фу. Мы преодолели это. Это вообще кошмар. Давайте в убежище.
Хорошо, теперь, когда пираты ослаблены, ты можешь атаковать их станцию. Чтобы обезвредить охранную систему, тебе понадобится уничтожить 4 энергоблока и все ракетные турели, всего 8 модулей. Справишься? Естественно. Ну что, друзья, единственный плюс за то, что я там проходил постоянно этот уровень по кругу, это то, что набрали террарий. Приличное количество. 13258 у нас террарий. И я, наверное, на этом заканчиваю серию. Я просто потратил сверхгалактический километр своих нервов. Вот. Надо отдохнуть немного. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. И я со всеми прощаюсь. До новых встреч. Всем пока.